Организаторы фестиваля «Джазовые сезоны» решили познакомить своих гостей с музыкальными инструментами. Они приготовили квест, в котором каждому участнику нужно было собрать свой биг-бенд. Основная цель проведения – это познакомить детей и взрослых, кто не знает, из чего же состоит джаз, какой характер у каждого инструмента, как начать свое знакомство с джазом. Вот с таких вот маленьких шажков, вот сегодня на эти вопросы мы даем ответ нашим квестам. Всем нужно было найти рисунки с разными музыкальными инструментами и сфотографировать их. Но сложность состояла в том, что они были спрятаны по всей территории. Участие в своеобразной игре приняли велосипедисты, дамы с собачкой, музыканты, а также дети. Арсений Демичев участвовал в квесте вместе со своими друзьями. Этот квест был очень тяжелый. Для меня это было в первый раз. Было очень тяжело найти было инструменты, но мы все нашли и победили. С помощью такой игры развивается внимательность, память и сообразительность. Конечно, удовольствие и хорошее настроение получили все участники. Ведь эта игра оказалась не только обычным развлечением, а знакомством с чем-то новым и интересным. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.